Необычное ДТП произошло в Кирове. Автомобиль одного из городских таксопарков угодил в ловушку на дороге. Сначала в результате прорыва водопровода там образовалась небольшая яма, а когда водитель попытался ее объехать, асфальт начал под ним проваливаться. Колеса застряли, и выбраться оттуда машина уже не смогла. Таксист, рассказывая о своих злоключениях журналистам, попытался показать, насколько глубокий этот провал. Показал в итоге на себе. Потеряв равновесие, он рухнул в воду. Давай руку, давай.